Недвижимое имущество Одесского аэропорта и 75% акций общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Одессы» перешли под управление Национального агентства Украины по вопросам выявления розыска и управления активами. Об этом сообщили в НАБУ, которая расследует дело о возможном злоупотреблении служебным положением при отчуждении аэропорта. Речь идет о двух терминалах, старом и новом, а также других строениях общей площадью 65 тысяч квадратных метров. Общая стоимость арестованного имущества по предварительным оценкам около 2 миллиардов долларов.